Бухгалтерия Ватикана подсчитала убытки 2020 года, которые составили 78,2 миллиона долларов. Префект секретариата экономики Хуан Антонио Герреро говорит, что Ватикану удалось избежать худшего результата благодаря сокращению расходов во всех департаментах. В этом подробном документе Ватикан опубликовал свой финансовый отчет. В 2020 году Святой Престол потратил около 372 миллионов долларов, в основном на связь, помощь нуждающимся странам и свои посольства. Доход был намного ниже, около 293 миллионов долларов. Поскольку Ватикан не имеет промышленных предприятий, его доход в первую очередь зависит от пожертвований, доходов от музеев Ватикана и доходов от его инвестиций и владения недвижимостью. В этом году Ватикан представил более развернутый отчет с большим количеством данных о своих активах и инвестициях. Они находятся в ведении отдела, известного как АПСА, что в переводе означает «Управление имуществом апостольского престола». Из отчета видно, что Ватикан владеет 1200 объектами недвижимости во Франции, Великобритании и Швейцарии и еще 4000 в Италии. Большая часть его собственности и средств поступает за счет компенсации, предоставленной Святому Престолу Латеранским пактом 1929 года за экспроприацию после распада Папской области. Только 15% объектов в его собственности, находящейся в Италии, сдаются в аренду по рыночной стоимости. Остальные объекты распределяются или сдаются в аренду по низкой цене. 40% из всех владений – это больницы, школы и монастыри. Доход от аренды в 2020 году составил около 4 миллионов долларов. Ватикан стремится к неспекулятивным сделкам и безопасным инвестициям. По этой причине Ватикан инвестирует в государственные и срочные ценные бумаги на сумму 2 миллиарда долларов, которые, согласно отчету, принесли прибыль в размере около 18 миллионов долларов.